Всем здравствуйте, с вами Евгений Двинов. Сегодня 5 марта 2018 года. И у нас очередной ролик с новостями компании Савелмаш и АСПП. Сейчас мы находимся в лаборатории по испытанию машин электрических вращающихся. Здесь уже почти завершен ремонт, осталось закончить некоторые малые работы, мелкие штрихи, так называемые, сделать. Сейчас перед вами находится непосредственно сам испытательный стенд. Примонтируется на таком мощном монтажном столе. Для того, чтобы избежать различных вибраций, несоосностей и прочих неприятных факторов, которые могут оказать влияние на результаты испытаний. Вот перед вами находится нагрузочная машина, малая, мощностью до 20 кВт на воздушном охлаждении. Она подключена к тензиометрической муфте. Вот. Эта муфта позволяет измерять момент до 20 ньютон-метров, работает на оборотах до 10 тысяч. За ней находится большая нагрузочная машина. Она уже работает на водяном охлаждении, позволяет проводить испытания двигателя мощностью до 200 кВт. А за ней находится другая тензиометрическая муфта измерительная. Она позволяет мерить моменты до 200 ньютон-метров. Также работает на оборотах до 10 тысяч. За испытательными машинами находится система управления нагрузками, анализатор мощности, а также компьютер, который будет подключаться к управляющим приборам и позволяет проводить различные анализы результатов, их постпроцессинг, обработку, построение графиков и прочие необходимые операции. Также завершили сборку уже практически верстаков, стеллажей, шкафов, которые необходимы для работы с испытуемыми машинами, хранение различной оснастки, крепежа, кабелей и прочих механизмов, которые необходимы для проведения испытаний. Верстаки качественные, добротные, удобные, надежные. Модель Mechanics, механик вот фирмы верстаков. Вот эта вот модель, которая перед вами находится, она, насколько я помню, позволяет держать до 3 тонн. В верстаках присутствует большое количество инвентаря, что повышает удобство работы с ними. Также позволяет хорошо организовать рабочее пространство. Надеюсь, уже скоро мы завершим окончательно ремонтные работы в лаборатории, завершим монтаж оборудования и приступим к испытаниям первых электрических машин в нашей уже собственной лаборатории. До встречи в следующих видеороликах.